К сожалению, российский рынок сокращается. Кризис — это глобальный процесс. Мы ожидаем, что в 2009 году мировой рынок просядет на 10%, может быть, даже больше. В первом квартале бизнес пострадал не так серьезно, как пострадает, на наш взгляд, во втором квартале. Потому что во втором квартале мы ждем падения рынка на 25-30%. Основной тенденцией кризисного времени стало смещение акцента на модели эконом-класса. Во второй половине года мы рассчитываем воспользоваться этим трендом. Это нормальная ситуация, ведь доходы людей сокращаются. Девальвация повлияла на всех. Мы, в частности, были вынуждены поднять цены для России. Конечно, это повлияло на доступность нашей продукции. Но я бы не стал говорить, что эффект девальвации рубля оказался очень существенным. Для корпорации важнее последствия глобального кризиса в целом. А эффект девальвации исчерпывается небольшим ростом цен. Вообще, мы рассчитываем, что рубль будет укрепляться, но точных прогнозов нет. К счастью, мы не проводили сокращений. Команда формировалась в последние 2 года, и сейчас у нас нет оснований для того, чтобы проводить сокращения.